Здравствуйте! О погоде на среду, 8 июня, расскажу вам я, Татьяна Петелина. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 21 градус, с порывами ветра до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11. На юге Бурятии ожидается небольшой дождь. Днем плюс 14 градусов, с порывами ветра до 4 метров в секунду. Ночью плюс 8. В столице Бурятии по-прежнему переменная облачность, может пойти дождь. Днем плюс 12 градусов тепла и порывы ветра до 5 метров в секунду. Ночью прохладно, плюс 5. В Горячинске обещают дождь, днем 10 градусов тепла и ночью плюс 3. В Тунке ожидается ясная погода, днем 19 градусов по Цельсию, ночью плюс 6. С наступлением жары хочется поскорее на Байкал, вот только вода еще холодная. На помощь приходят курорты Горячинск и Аршан. Там вы точно не замерзнете. Наслаждайтесь летом, пока оно не кончится. Майские акции в санатории Горячинск. Успевай отдохнуть всего за 2500 рублей в сутки. Свежий байкальский воздух, вкусное правильное питание и оздоровительный климат, который поможет вам полноценно расслабиться и отдохнуть вдали от города. Бронирование возможно на официальном сайте курорт-горячинск.ру или в отделе продаж по адресу улица Коммунистическая, 47А. Отдыхайте только на курортах Бурятии.